Idemo. Jure Štarusa, pravoslavca, pesnika, dovodi u Srbiju i prvenstveno u Vrnjačku banju. Pa čemu ti prišao pesi, pa čemu Vrnjačku banju prišao? Получилось так, что я как писатель приехал из Болгарии. Мне нужно было по летописным местам Сербии приехать. Потому что я нашел очень важный момент в летописях, который сближает наши народы, русский и сербский. Поэтому я уже здесь почти 7,5 лет. 10 декабря 2014 года вот я приехал в Сербию. И Сербия – это тот народ, который сохранил единство с русским народом, причем на генетическом уровне. Для меня это одна земля, одна вера, один народ. И никто меня не может переубедить в другом. Слава Богу, еще остались те поколения сейчас в Сербии, которые помнят то единство, которое веками было у наших народов. Юрий говорит, что дошел к нас в Сербию из Бугарски, пратячи летописи, и нашел яку везу između srpskog i ruskog naroda, tako da je došao kod nas ovde da bi dovršio te letopise i nalazi se u Srbiji već 7,5 godina. Ne može niko da ga ubedi da Srbija i Rusija nije jedan narod, da nismo iste genetske strukture i da nismo isti, eto. Da li znate da od 1917. godine u Vrnjačkoj banji žive Rusi, borave Rusi, da još uvijek ima ruskih po 1917. 1917. ljeta zdes naselili su Rusi i zdes život. Ti znaš to? Da. Дело в том, что, понимаете, в этом году как раз очень хорошая дата, столетие русской эмиграции в Сербии. Ведь и мы как раз вспоминаем тех людей, которые привнесли в Сербию свою культуру, свою духовность. Я уже не говорю о Белграде, как его расстроили наши архитекторы. Я уже не говорю о тех людях, которые вложили в экономику Сербии, в духовность Сербии, в культуру Сербии свои сердца. И, может быть, этому и суждено было быть. Много было эмиграции по всей Европе, но я думаю, что вот именно в Сербии, те эмигранты получили, так сказать, благодатное наследие того, что они, о чем они могли мечтать. Я с вами разумела. Да, он je upoznat sa time, slavljeno je i 100 godina ruske emigracije. Svuda su se po Evropi raselili Rusi, ima ih i ovde u Srbiji i voli da priča o tome da ne vezuje se za Beograd, nego uopšte za Srbiju, da su svuda po Rusiji, da žive Srbi i da... Učinili su mnogo i za ekonomiju. Da, da su mnogo ekonomiju našu učinili, da. I možda za napredak i naše Vrnjačke banje i ne znam nija i ostali gradova. Sada piše poeziju. Piše poeziju i radi još uvek po letopisima, piše istoriju srednjovekovnu. Dobro, znači tome da mi malo kažemo. Time se bavi, da. Još? Piše duhovne pesme. Dobro, znači to mu prevedite da mi kaže o svom radu. Sjas kaže što deleš čas. Pišeš pesni. Историю нашу средневековную. Хорошо. Сейчас главным образом я приехал, конечно, из-за исторической работы, которой занимаюсь полжизни. Еще по благословению святейшего патриарха Алексия II и после того, как он вознесся на небеса, я сейчас пишу по благословению святейшего патриарха Кирилла Московского и всея Руси. Дело в том, что я работаю с летописями, которые остались неизмененными. Их невозможно было, эти летописи, востребовать еще в те времена. Сейчас стало это возможным, потому что русская публичная библиотека в Москве, можно уже достать средневековые летописи. И вот с ними я работаю.
У нас сохранилась, это, пожалуй, единственная держава Россия, где сохранились вот эти летописи. И поэтому все очень близко к Сербии, к тем землям, где мы сейчас находимся. А основа, чтобы вы понимали, идет через житие святого благоверного князя Дмитрия Донского, святого преподобного Сергия Радонежского, которые очень близки временам царя Лазаря и царицы Милицы. Он пишет по благослову святого патриарха Кирилла Московского и, целой Руси. У суштини разумела сам све, могу ја да преведем. Ја причам руски, али сам заборавила, не могу да питам. Знам шта је причао. Код нас је сачувана та историја, значи и у Русији, код нас је сачувана историја која не може да се измени и која мора један пут да изађе на видело да се сазна каква је стварна историја била и да смо ми у јакој вези са руским, да кажемо, ето, народом, да наш цар Лазар и њихови, ето, царевi, kraljevi i njihove vođe, da kažemo, ruske, da su u neposrednoj vezi, da smo mi zaista jedan narod. Ima li pomoć i saradnju u Srbiji na projektu, odnosno na pisanju i na samo tom? Tebi ja pomoć i jezdes ili njet? Получилось так, что когда я приехал, у меня были некоторые средства для того, чтобы писать. И получилась пандемия, что мы не могли такого планировать, но как раз я решил тоже остаться с сербским народом в это время, потому что, скажет, вот брат Рус приехал, находился с нами, и вот пандемия, и он первым же самолетом улетел, поэтому я не смог так, и сейчас немножко задержался. Но я думаю, что все Божьей помощью, и Господь чает наши проблемы, и друзья сербские, если надо, всегда помогут братскому русскому народу и в том числе и мне, русскому писателю. Он, когда я стигал овде в Србию, имаю одреджене средства, која су се потрошила, ето, писајући ту историю и песме. Кад је почела пандемија, он је остао, ето, без дела тих средства. Решио је да остане овде у Србији, да заврши писање. Тренутно нема никакву помоћ. И, snalazi se, eto, narod mu pomaže koliko toliko da dovrši to zašto je ovde došao u Srbiju. Сейчас еще по Вернячке бане. Хочу сказать еще по Вернячке бане. Понимаете, Вернячка баня не просто град. Тут тоже симбиоз русско-сербской культуры. Очень много русских, в том числе из тех, которые находятся рядом сейчас со мной, имеют русские корни. И это не просто так, потому что после революции дошли до Сербии, до Вернячки бани, ассимилировались здесь. И мы должны вот это вот русско-сербское единство крепить из рода в род. И если оно прервется, а сейчас оно начинает прерываться, потому что молодые меньше изучают русский язык. Может быть, больше английский изучают. Но стоит задуматься, кто же вас бомбардировал, сербов. Может быть, сейчас стоит, как и России, переосмыслить времена. Понять, почему ни одного русского канала на телевидении Сербии сейчас нет, а американских каналов сотни. Особенно это больно для старшего поколения, которые знают, как едины наши народы. И мы должны это все перенести и для молодого поколения, чтобы у нас все продолжалось из рода в род. Поента је да треба да се сачува то српско-руско пријатељство и та симбиоза и да млади народи, ми старији, да негујемо ту традицију са колена на колено да преносимо, да се више учи руски језик, врло је мало канала, у ствари не постоје у ствари канали на руском језику уопште на нашој телевизији, а много има америчких или енглеских, ето, да се сетимо ко нас је бомбардово, ко је наш заиста пријатељ и да se trudimo, eto, da sačuvamo to prijateljstvo koliko je moguće. I rekao je da je Vrnjačka banja poseban grad, da ima dosta Rusa ovdje.